приездом вас. Второе, сейчас покормить надо, а то у нас, смотри, как подымил, я картошку пек на плите. Но как Господь сделал? Я-то должен был другой машиной к вам ехать. Да. А когда я проехал сейчас Урал, я понял, что я бы там ее на Урале оставил. Ну, на что я отвечал, что вам, конечно, трудно понять. Мне трудно вам объяснить, потому что вы не понимаете, что такое вера истинная, когда ты всю жизнь свою отдаешь в руки Господа Иисуса Христа, и ты живешь совсем по-другому. Абсолютно. Это, ну, это трудно объяснить. То есть. Он какую-то секту попал. Езжай, забирай его оттуда. Валя, какую секту, ты ничего не понимаешь. Все остальное, что скажут, там, сектант, не сектант. Меня это вообще не касается, я как бы это не слышу. Ну, кому надо, он услышит по-любому. Человек, который ищет в душе, он, как я помню, как я услышал, и все. У меня сразу все раздвинулось, и я вот ничего не слышал, я только вот это хотел. Голос. Вопросов никаких, всем доволен. Слава Христу за все. Игнатию Тихоновичу, братья, понимаете? А я пришел к Господу своему Иисусу Христу. И я смотрю выше Игнатия Тихоновича. Вот чем дело, что? Понимаешь? Кругом ты. Я говорю то, что думаю. И я не боюсь. А ты боишься, Игнатий Тихонович? Игнатий Тихонович молится 18. Я жил с ним, ни разу 18 раз он не молился мне. Я видел. Понимаешь? Не суди. Ты же судья. Да я говорю правду, при чем здесь судьи? Да, ты уже не отличаешься, правда, ты суд, вот, остановись. Ты только куда меня и упихиваешь, и в ложь ты меня, и в осуждение уже. Сейчас... ты мне. Каждое утро готовил вам пищу, потому что у меня было время, я это, например, люблю. Ну, вы спали, а я вчера готовил. Вы досыпали. Да я сказал, иди готовь. Я... Ты не съел пуд соли, который я съел. Родители тебя не наказывали. Ты не битый, понимаешь? Ты при чем-то? Ты, ты да сейчас... надо быть битым, ты... в общем где. Ну, проснулся, брат. Мы очень что? Разные, очень дело, понимаешь? Ну, конечно, разные. Мы очень разные. Ты хочешь меня всунуть в свои рамки или что? Да, мы очень разные. Вера у нас разная. Ну, слава Богу, разные. Что я не, не, мы разные. У нас я отношения это... друг к другу разные, к людям у нас отношения разные. У нас все разные, братья. Вы меня не утискивайте сюда, понимаете? Я что, виноват, что я вижу, что где ложь, а где правда? Это Господь, так это вообще не мое. Это у меня появилось 5 лет назад. А как это появилось с тобой, расскажи? Ну вот так, у меня прозрение произошло. То есть я действительно, как бы, у меня открылись глаза, и я начал видеть мир по-другому. В интернете есть очень много информации о том, что земля наша не глобус, как нас учат в школе, а что она плоская, не вращается вокруг своей оси,